5, 4, 3, 2. Всем привет! Привет! Вы на канале Поделки-самоделки. Сегодня мы проверим два рецепта из легкого пластилина от подписчиков, но при этом проведем челлендж. Кто лучше и кто быстрее сделает рецепт? Поехали! Возьмем две емкости. Воздушный пластилин у нас лежит на столе. Каждый будет выбирать, какой ему нужен цвет. При этом я буду делать рецепт от Мурата Найс. А у меня от Кати Пуэй. Ну а прежде чем начать делать славу, мы проведем челлендж для наших новых зрителей. Успей подписаться и нажать на колокольчик всего лишь за 5 секунд. Поехали! 5, 4, 3, 2, 1. Ну что, успел? Пиши об этом в комментариях. А сейчас мы передаем привет нашим предыдущим победителям конкурса. Привет! Нам нужно сделать слайм всего за 3 минуты. Время пошло. Папа, включай таймер. Поехали. Поехали. Так, нужно быстро это удалось. Надо вот это удалить. Отсюда. Мне нужно 3 пачки воздушного пластилина. Что да, тебе одну. Да. Мне надо быстрее, я хочу быстрее. Он очень тяжело вынимается. Сейчас я его перемешаю. Вау. У тебя уже прикольная там штука. Я надеюсь, что я тоже выиграю. Так, ну давайте. Все, я кладу. Теперь мне надо немножко воды. 2 столовые ложечки. У нас чайные. Я сделаю вот так. Все. Наливаем туда воды. Вот столько хватит, мам? Я уже мешаю. Так. Какой-то слайм у меня. Коричневый. Непонятного цвета. Детская няня. Мне кажется, мне наверно надо. Мило. Так. Вот столько, наверное, хватит. Теперь мне надо гель для мытья. А мне пену. Немного масла мне. Наверное, столько хватит. И все тщательно перемешиваю. А теперь я думаю, надо крем. Перемешиваю. Егор, быстрее, время. Надо быстро все делать. Я забыл. У нас таймер погас. Таймер погас. Папа, включай таймер. А то мы ничего не знаем. Вдруг он уже вышел. Не, у меня немножко пластилин. Да. Много, наверное, больше пены надо. 40 секунд осталось. Давайте быстрее. 40 секунд? Так, немножко масла еще побольше, а то он у меня не растягивается. Плохой слайм. 30. Ой, я не сделаю. Это 3 минуты уже прошло. Ничего себе. Я хочу. 20. Я не хочу 5. Давай разбивай. Наверное, надо воды. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Я не успела. А у меня получилось. Ура, я хотя бы успел. Я, кажется, успел. Мне чуть-чуть осталось шать и все. А мне что? Я тоже не успел. Правда, ну у меня такой жесткий какой-то. Ну показывайте, что получилось. Вау. У меня тягучка получилась. Да? Да. У меня тянется очень хорошо. О, у меня... Я вообще еле мешаю. О, видите, какой он у меня, как вот резин. А я передаю привет няшке Пандочке. Привет! У меня, конечно,
Туговат. Туговат, вообще не то слово. Жесть, а не слайм, рвется. Зря потратила три пластилина. Я, наверное, туда буду добавлять все-таки крем для рук. Угу. Чтобы его вылечить. Или да. Что-то еще, но чтобы он мягче был. Он сильно жесткий. Так тяжело перемешивать было его. Он как резиновый. А у тебя, Егор? А у меня он очень мягкий. И очень текучий. Дай попробовать. Ну да. Легко так делается все. Размазывается? Да. А у меня... У меня, короче, можно... Не знаю. Я не знаю, почему он у меня так рвется. Ну вот такие, ребята, у нас получились слаймы. Голосуйте, какой рецепт вам понравился больше. Ну а мы не прощаемся с вами, говорим пока-пока. До следующего видео.